Приветствую всех. Прибыли мы на остров. Это снова у нас бог войны. Так, опять ищем глаза Одина. Я не знаю, что они дадут, какие-то там ачивки. Может быть, что-нибудь такое. Смотри. Смотрим. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. Давайте почитаем. От Вейтургарда. Не осталось ничего. Ой, вот это вот нормально вообще. Ничего, кроме следов жестокости. Короче, какого-то чувака. Некоторые плодородные земли превратились в пустоши, залитые кровью охотников и добычи. Эту бойню устроил сам благородный король гномов. Это он превратил мир земледельцев, неумелых и плохо вооруженных охотников. Это его страсть к диким зверям породила армию вдов. Замок такого-то продолжает стоять, но того, кто покусится на его сокровище, подстерегает сам опасный из королевских трофеев. Будь осторожен и бдителен. Да уж, неприятное местечко. Впрочем, возможно, папа захочет сходить туда и поискать что-нибудь полезное. В последнее время он стал немного предсказуемым, но мне по-прежнему нравится смотреть новые места вместе с ним. И нам тоже. Особенно мне. Так. Чай. Нашли алхимика, о котором я говорил? Карта обновлена. Ясно. Падение молота. Эй, Брок, ты слыхал о короле гноме? Это ты про кого? Про Мацагнира? Да, этот уродец когда-то правил местными жителями. Построил себе замок к северу отсюда. Гномий замок? Какой он? У тебя пара глаз и пара ног есть? Но перед дорогой советую запастись всем необходимым. Мацагнир собирает самых разных жутких тварей. Не знаю, кто теперь за ними присматривает. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от некоторых. Давай. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Почему игра подтормаживает? Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Какие Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Ну давай, но быстрее уже заканчивайте. Знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. И все на этом? Наконец-то. Погнали дальше. Тут эти глазки. Откуда он взялся, этот волчонок? Я слышал карканье.
Бешеный волк. Мы всегда мне всегда нравились волки, но эти бросаются на нас, как только увидят. Может быть, они бешеные, а может, просто считают нас пищей, я понимаю, убить или быть убитым. Но они по-своему красивы. Мне немного жаль их убивать, надеюсь, папа это не... Короче, папа там что-то там с этим... Получено. Слушайте, мирового змея. А когда мы будем открывать все вот эти вот... непонятности с красными кустами горящими. Там какой-то вход есть, я вижу. Это где глаз Одина? Тут просто вороны. В небе вороны. Там что-то есть. И забраться туда как-то можно. Можно было бы. Так, а где у нас тут топор? Так, вот подождите, цели, да? Мы сейчас посмотрим. Или его станки. Редкая рукоять. А где это показывать должно мне? А, на карте. Просьба выполнена. Один, что без не так. Лавки. Хорошо. Дневнику. Чертеж потерянных перчаток Тора, Тюра, подношение Тюру. Короче, мы делаем что-то, что-то делаем. Хорошо, что я внимателен. Местами, везде. Я так понимаю, что это ловушка, да? То есть она захлопывает нас. Еще сапенция, мягкая. Ох, отры, ты опасно стоишь. Где это каркает? Мне тут вороны эти напрягают, если честно. Так, значит, нам в пещеру. Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. А! Не эти волки из ниоткуда берущиеся. Волки обычно ходят в стаи, пытаются кружить по добыче, потом нужно держать их перед собой, пока отвлекаю их внимание. Окей, ладно, полечимся. Я скоро психбольным стану с этими глазами Одина. Будь проклят, король-гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Вот Отор опять вырвался на свободу. На этот раз он не стал улетать, а решил отомстить своим пленителем и исцелить Вейтургард. Как уже не раз бывало в прошлом, мы укрылись в соседних пещерах. Король уверяет нас, что следующая цепь уже точно не разорвет. Да, если кто и способен изготовить нерушимую цепь, так это Мацагнир, строитель великой цитадели Конунсгарда, господи, язык сломаешь, предводитель славной новой эры Вейтургарда. Слава королю гномов, защитнику людей. Да-да-да-да-да-да. Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Ладно. Будем действовать дальше. И здесь прочтем что-нибудь. Прочесть можешь? Вейда Даудер. Значит, преследующий смерть.
Да уж. Охота, смерть. Имеется в виду, кто-то умер на охоте или что-то, кто-то решил охотиться на саму смерть. То другое слишком непонятно. Так. Тихо. Я что-то слышал. Вон. А это чайка. Это пчайка. Неужели здесь глаз Одина нет? Так, в воду мы зайти не можем, да? Это было логично. Так, опять нас отправляет куда-то. Каким-то... странствием. Как строят такие огромные статуи? Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Это чайка или это глаза Одина? Может, еще историю? Уже предыдущую уж точно не будет. Хорошо. Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. Ё-моё, там дракон. То, что деревья старые, не значит, что умные. Так, нам сейчас бухту, и мы глаза Одина будем бить. Летает. Хочешь здесь высадиться? Ну, вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Где там чего проснулся? Вот так тебя понял, дядечка. Раздел по полу. Убивайте ли раньте врагов ударами палача? Не знаю. Что... Просто беспощадная мочила. Атрей, ты должен быть мою, как бы, чтобы я тебе не указывал. Тыркать стрелами или нет. Сам себе, то есть. Ну, помогает как бы так. Так. Я так понимаю, мы вернулись к лодке, да? Или это другая лодка? Нет, это другая лодка. А как нам птичку попасть? А, стоп. Вот. Я что-то увидел. Подняться можно вообще здесь? Есть! Как дух собирался сделать это сам? Я боюсь, что я сейчас разрушу, птица это или опустится, или улетит вообще. Оп, что это у нас? Могила его отца. Есть что хорошее? Может быть. Отец, мы ведь разрушим легендарный статую, предмет, да? Рукоять до топора. Низкий шанс вызвать взрыв молнии, начать урон шока. Короче, какой-то там шок. Но извиняйте меня, потому что я туплю в этом случае. Так. Мне непонятно одно, как нам добраться до этой птицы. С каждым разом все сложнее, сложнее, сложнее. Ха-ха-ха. 13.51, подожди-ка. Как я так попал?
вот-вот свалится. Да, мне сейчас кажется, мы вызовем гнев богов. Причем это будет не очень хорошо для нас. В таких мирах это обычно бывает. А, вон еще. Да. Как он красиво светится. Не свергнуть бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Как-то все очень просто. Рубль на серебро. Все, что ли? Так, подождите, а что там за лодка была? Мне интересно, то есть она просто так или для чего-то? Йо-хоу! Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Дальше, так понимаем, пройти не можем, да? Красиво светится статуя, кстати. Может, еще историю? Хорошо. Однажды Скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к жабе. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что Скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки Скорпион ее ужалил. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Печально. Знакомо. Зачем Скорпион так сделал? Скорпион причиняет вред. Такова его натура. А, пока забудем об этом. Нужно идти пешком. Слышишь? Карта обновлена. Так. Честно, тут с карты я ничего не понимаю вообще. Для меня лично вот непонятно. Так, а мы можем телепортироваться сюда? Я впервые это делаю. А, нельзя, да? То есть у нас только лавка Брока. Так я ж как-то открывал телепорталы. И здесь я бывал, открывал. То есть его пробовал. А почему они не открыты? Может, я чего-то пропускаю. Там явно дракон, мне кажется, наоборот, мы его, наверное, будем высвобождать. А я помню вас. Крепкий вас. Но, прошу прощения, у меня сейчас вырубилась программа записи. Продолжать вот так. Все. Что-то быстро их размотал. Что-то очень быстро их размотал, если честно. Так. Теперь буду записывать игру раз за определенный промежуток времени, потому что все просто вылетает. И все. Программа перестает работать, иногда там. Отрей сюда! Какие-то кодыки там. Якобы. И все. Так, ну что, вот здесь мы, я их побил там еще лучше, но сейчас очень быстро. Так, на этом мы сохраним. Так, мы можем что сделать? Полезть наверх? Пока что. Я не знаю, вернемся мы ли обратно.
Я так понимаю, что здесь закроется, захлопнется за мной дверь, если я топор заберу. Все, задвинулось. Так, пташки. Отец, посмотри наверх. Отец, посмотри наверх. Ты где? Что наверху? Ближе подойдем. Ничего. Подняться мы туда тоже не можем. Мы можем только спуститься. Я что-то вижу наверху. Так, ну что? Я думал, драться будем. Легендарный предмет, бесформенная субстанция с разрывом между мирами. Используется для усиления консоли с разных талисманов. Так, три. Сколько там из пяти я нашел? В принципе, если я что-то не донайду, то это уже расщевайте. Так, что там сверху? Там сверху дракон. Я его слышу и... Ой, лопух. А, она упала все равно. Так, хорошо. Кратос все рушит и ломает. Рога, видео рога, которые тут для твой на охотников. Я понял. Атрей, он твой. Ушел. Так, стоп. А как наверх попасть? А, опа, она, видите, не это вот. Нас ждет дракон. Давайте его заберем. А, ты гадина. За что ты меня так? Я ж тебя не трогал. Вот это находка. 2,6 литра. Там какая-то цепь. Где-то что-то можно взять. Тут много всего на самом деле. Дракон пока мы не пойдем. Фу, напугал. Ах ты гад. А он что, от холода регенится, что ли? Может, Атрей должен был так и стрелять. Вот и все, успокой свою душу. Это обычная чайка, да. Так, нам надо открыть этот сундук. Это что, дракон? Не видал их так близко. Так, стой. Я что-то вижу! Вон там! Я вот думаю, нам... Хотя выше нам подняться и не могли. Хотя там что-то есть, вон. А здесь что у нас? Так, рубленное серебро. Так, пойдем почитаем надпись. Будем сохраняться с этой программкой. Сын. Ладно. Атрас, в школу ходить надо. Уже сентябрь идет, ты в школу не ходишь. А, Кратос. Интересно. Атрас. Пожалуй, стоит записать. И что это? Добавлена легенда. 6 волков, 2 воина. Вон они зовут меня. 13 даугров, 9 воинов. Вон они зовут меня. Да-да-да, дракон 19, короче. Позже стоило. Ну, очередной бред. Так. Что меня интересует? Да я знаю, что там дракон. Походу, нам с ним придется драться. Сохранимся. Давайте проверим вот эту часть. Ну, Кратос, ну поднимайся, ну, пожалуйста. Так. Так.
Когда мы будем эти цепи поднимать? Я не знаю, что это. То есть. Тут надо как-то подняться. Атрей, может ты что-нибудь сделаешь? Ладно, бежим от Седова. Мне интересно, как попасть к тому сундуку. Скорее всего, через дракона, возможно ли. Ну, давайте попробуем. Берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. Ох ты! Ой-ой-ой. Да хватит, дракон! Я не пойду. Сам придёшь. Так. Это сайт. А, мне ещё коцает. Специально для этого. Мне про таких мама рассказывала. Поможем ему? Дракон опасен. Наверное. Но ему так грустно. Дракону грустно, он нас пепелить нас хочет. А это кто такие? Какие-то вы слабые, чувачки. А, они встречу дракона на ноге. Дракон, что ты трогаешь? Опа, взрыв. Подожди, это что? А, это сломать надо, да? Есть одна, да? Мама говорила о трех драконах, сидящих на цепи Миддорда. На колонии были так, три руны. Найдем две другие и нас освободим. Это не наше дело. Мама бы этого хотела. Как за сундуком подняться? Ты снова думаешь сердцем, сын. И твои враги обязательно этим воспользуются. Ай, дракон! Давню! Помешал. Дракон, за что не обижаешь? Ты помочь хочу. Где еще два? Кругом война. На! И вот так. А три, помогай. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так хп потонул. Ну! Что за тупость? Что ты думаешь, такой недосягаемый? Почему не берется у меня это? Один. Какая-то субстанция просто не горит. Дракон, ты какой-то вообще неадекват. Ну
Мочилова! Их опасно. Она бы это одобрила. Я забыл. Не горячись. Если дракон нападет, нам придется его убить. А, ты прав. Я буду готов. Посмотрим. Ага. Только хотел сказать, что Атрас... Атрас. Кратос. Ни разу не умер у него еще. Так. Что дальше? Дракон, может, ты хоть подскажешь? Где третья? Почему там рок не берется? О, наконец-то взял. Так, все рога мы собрали, да? Так, подождите, я сломал. По идее, я все сделал уже. А, вон штучка эта. Одна из печатей. Ого. Нет. Я была большой. Его уже нет. Где чудило? Как? Да, как так? Стали лучше играть, я ни разу пока что не умер. Это что у нас? Когда-то они были разбойниками, но потом вступили на путь Сейдер и научились стрелять магией издалека. Но мне это мало важно. На путь Сейдер, Пейдер, всяких там и все остальное. Атрей, за мной! Так, а где этот алтарь? Я даже про глаза Одина забыл. А, вон, цепушечка. Не-не-не-не-не, мы спускаться не будем. Зачем? Так, а что за ворона была? Ай, ладно. Так, нам надо сейчас разломать все эти три алтаря, и я думаю, потом посмотрим, что будет дальше. Какая музыка классная, кстати. Такая боевая мелодия. Пугай! Затаился! Трусливый. Твои там погибали, а он тут спрятался. Думал, я его не найду. Так, какие-то звуки я странные слышу. Я, скорее всего, где-то глаза Один мог вначале пропустить. И что это? О! Вторая печать, так. Я где-то должен увидеть третью печать, правильно? Так. Тут где-то третья печать должна быть. Атрей, за мной.
Давайте поднимем, посмотрим. Когда все проверяешь, тогда и находишь. Так, одна из печатей должна быть, значит, где-то здесь. На своей печати осталось. Должно быть где-то поблизости. Так, смотрите, где нашел столбик. Вон столбик сам. Все, печати все раскрыли. Так, открываем сундук. Что там у нас будет лежать? Мы мучились. Рос. Легендарный предмет увеличение максимальной ярости. Окей. Ну, в принципе, она того стоила. Так, все, теперь нам надо вон туда. Так, ну что, пробуем их завалить. Хотя бы одного. Одного и второго. А, понял. Вот что значит бог. Все, мы их убили. Бестиарий обновлен. Да что это? Разбойники Сержа сражаются большими палицами. Мама почему называла их великенами. Быстро они могут залечить почти любые раны. А, вот поэтому я и почему видел, что генерировали пушечки. Так, ну что? Это что нам? Что нам с этой с руной делать? Найти с руны? Еще одна. Теперь-то легко прочитаем. Так. Давай вот это прочтем. Сын. Слушаюсь. Круто. Ну, Атрей, давай. Говори нам что-то. Вот еще одна карта. Легендарный предмет, закаленный молнией металла, используемый родичами Тора. Используется для улучшения рукояти с эффектом шока. Встречается с эффектом. Встречается не как отмеченных на картах сокровищ. Окей. Редкий предмет чары. Увеличенный уровень блоков топора на 16 или 18. Хорошо. Карта сокровищ выполнена. Королевского охотника. Все. То есть мы что-то там выполнили, какую-то задачу. Получим чешуйки. Я понял. Короче, здесь механизмы. И освобождение дракона. Но я думаю, когда мы что-то там откроем, там будет какой-то босс. Угу. А как нам это открыть? А скорее всего, пока что никак.
Туда можно попасть только через тот ход, через этот ход. Так, ну что? Заканчиваем эту серию, поэтому встретимся в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр и пока!